Первый режим будет называться «Огненный дождь». Я буду на Пайндеде. Готовьтесь к очень бодрым залпам по ходу маршрута. В общем, смысл этой гонки в том, что помимо того, что вам придется соревноваться друг с другом по скорости, периодически будет либо я, либо потом там Саня. В общем, кто-нибудь периодически будет отстреливать вас. В прямом смысле этого слова. Мешать, скажем так, победить. Совсем чуть-чуть. Да, в общем, до конца гонок не все будут доезжать. У меня, ну, я приготовил 5 этапов. Надеюсь, людей хватит на все эти 5 этапов. В каждом этапе, точнее, не этапе, режиме. В каждом режиме, так сказать, помехи будут меняться. Вот, пока это все, что вам нужно знать. Первая помеха – это Пайндет, огненный дождь. 15 человек собрались. Так, Минус слишком. один. Руикет слишком торопится. Че, я первый, что ли? Первая кровь. Итак, зацеливаем. Немного пошугаем. Оу, залетело! Сани залетели, кто там залетел, кому залетело? Не мне, я маленько встал специально. Бам 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 бам. Все, я отстрелялся, расслабьтесь. Так, приготовились. Следующую засаду. Огонь. Я вот как к мосту подъезжаю, мне так страшно по нему ехать. Бах. Смотри, они остановились. Не-не-не-не-не-не. Это забавно. Следующий у нас раунд будет называться «Большой брат видит тебя». Ну и, как вы, я думаю, уже заметили, на чем будет «Большой брат». И сейчас первым же выстрелом тебя Фронкенштейн забирает Давайте, спецназ. давайте, давайте, ребят, выстраивайтесь в линию, У чтобы нас Дарк старт что-то вас. этот. У нас Дарк что-то, по-моему. Три, два, один. Старт! Давай, 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 давай. Едьте Топи, ко топи, мне. топи. Едьте ко мне. Блин, ну разгон, по разгону, вот Руикет как раз та самая тачка, которая хорошая максималка, но по разгону сильно ВБЛке уступает. И вроде бы как, ну и ХПшки побольше, и покрепче, но ВБЛке пошустрее явно. Так, ну-ка, зато можно ВБЛок таранить. Сейчас мы будем кого-нибудь вырезать. Конкурентов будем. Оп! Злой доктор вас уже ждет. Поехали. Блин, а где он, вверху или внизу? Прям на мосту, да? Ну, ладно, проскочим, хрен с ним. А в разные стороны разлетелись. Да. Так, одного проехали. Биг босса. Так, убираем конкурентов. И он забрал Минус такие. один. Хорош. Фугасом, да? Да. Блин, я в машинку врезался, падла. Замедлился. О, Третьим у тихо-тихо-тихо. нас. Тихо-тихо-тихо, сейчас будет прикольно. А, нет, я сам зафейлился. Это фиаско, братан. Ай, подстава. Нормально. А тут, я говорю, тут вся фишка не в том, чтобы ты такой весь быстрый управляешь хорошо техникой. Этого недостаточно. Ух ты, Еще ёлки. минус один. Так, Саня, спокойно. Спокойно. А я тихий, тебе говорю, спокойно. Андрей, он сейчас за тебя Да отыграет. уйди! Там не За поворот резко уходим. Ага, так, я понял, где ты. Бах! Ой-ой-ой! Просто Ай! Чтоб тебя! Как я так воткнулся по-тупому? Блин, про. Хорош, проскочил. Блин. Разгон нужен. Через водитель от бога, да не говори. Так, а где-то там Андрей едет еще, да? Третий, да? Нет.
Нет! Оп! А, попал! 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 Попал все-таки. Короче, следующий раунд называется «Убийственный локомотив». И сейчас вы поймете. Помнил, да-да-да-да-да-да-да. Да-д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 а. Ну, ребята, стрелять-то я, может, не буду, по крайней мере, из орудия. С пулемета, может, буду популивать. Но вам лучше не попадаться мне на ковши. Кто будет первый жертв? Бегите! Бах! Готовый! Кто-то из-под дымов вылетел. Адский пончик, кстати, адский пончик. Неудачно. Оп-оп-оп, влево-вправо. Оп! О, повезло, слушай, нифига себе, живой остался. Синий экран поймал, Юрий. Ну ничего, давай, заходи. Оп! Ух ты, как успел. Я, слушай, заранее начал поворачивать. Вот так сейчас буду делать. Из-под дымов просто выезжать. Проскочил. Сюда! Бам! Готовый. О, мне гусеницу сбил. Ну, ой, они сейчас, смотри, как... Ой, сейчас я кого-то поймаю на мосту, походу, прям. А, Рукет успел. Куда я поеду? Сюда, налево, направо. Блин, скорость потерял. А он такой хитрый. А ну? Бах! Бах! Да чё ты так, Андрей? Даже... Да ладно, как и нанес? Нанес. Нанес разве? Да. Ой, что-то я это. Оп, ты смотри. На тоненьком. На Руйкете кто-то идет первый. Прям хорошо идет. Объезжает меня четенько прям. Ой! Подспоткнулся. О, проехал из-под дымов. Вот, пацаны прохавали. Что нужно делать? Нужно просто дымы передо мной кидать и резко в сторону уходить. Бах! Не повезло. Ой, а кто это у нас тут по мосту едет? О, проскочил четко. Вот если сейчас Рейкет попадет мне здесь на мосту, будет четко. Да, он попадает. Где ты? Где ты? Где ты? А, нифига себе! Вот это фейл! Четвертый круг уже был, практически! Офигеть! О, еще препятствие оставлю. Вот это привет называется! Ну куда же ты едешь на мост? Зачем ты едешь на мост? Ну тебе же надо было объезжать. Так, в общем, поехали. Режим. Следующий раунд у нас под названием «Хищник». Точнее, «Хищники». У нас их будет два на Онтосах. Правила те же самые. 5 кругов. Первая тройка победителей перейдет в следующий этап. Стрельба запрещена. Командира Фелия Китеску запрещена. Поехали. Ну что, они готовы. Можно начинать отчет. Все, давай, ага. Начинай отчет. Давай, пошел. 1, 2, 32. Ну а где поехали? Ну что? Как поехали? Ну ладно, они немножко раньше поехали, да пофигу. Правильно. О, сейчас будет первая засада. Давайте переместимся сразу к первой засаде. Вот они, вот они. Легко отскочили пока. Тут кто-то остановился, такая куча мала началась, все притормозили. О, вот она как раз сейчас будет засада. Так, один отхватил. Вы можете не вдвоем, вы можете разделяться, да? В принципе-то. О, тут смотри, почти убили. Почти убили тараном from Красноярска. Охотник, беги. Во-во-во, четенько.
Бам-бам! ВБЛ-ка выгребла. Там Саня прикрывает еще с центра. Ой, ВБЛ-очки много уже потерял. Мало осталось хпшки. Итак, последний, пятый, финальный раунд. Точнее, финальный этап перед вторым этапом. Финальный раунд перед вторым этапом. Перед финалочкой называется «Засада». Сегодня мы будем, в этот раз мы будем вдвоем с From Красноярском развлекать гонщиков гранатометчиками, засадами из гранатометчиков. Так что готовьтесь. Я два локомотива. Думаю, где-то вот здесь поставить, за углом можно. Пошел отстрел. О, сразу кому-то лицо разбили. Оп, проскочили. Слушай, гранатометчики, это, по-моему, вообще офигительно. Они такой экшен создают. Бам-бам-бам, вот эти выстрелы летят. А там не увернешься, самое интересное. Не, ну если ты быстро летишь, то нормально. Вот пацаны в основном проскочили. Вот только некоторые отхватили. Посмотрим сейчас на засаду от Красноярска. Дымы спасают. Дымы спасают. Ну, вдогонку еще нормально так пролетают им плюхи. О, а Рукет это отстающий, да? Рукет это отстающий, да, он круговой. А вот за ним едет толпа. Вот. А вот за ним уже эта группа лидеров. Блин. Что-то я опоздал, короче. Ладно, высаживаем. Ну, ты сейчас хотя бы знаешь, кто сейчас в лидерах идет. О, нормально, они сейчас остановятся. Немножко задержатся. Ой, Руйкет! Ой, как Руйкету скинулись жестко. На, кто-то хотел подрезать. Кто-то хотел срезать неудачно. Нормально, пошла домашка. Так, тройка лидеров не поменялась. Ой-ой-ой-ой-ой, ММЛ-ки полетело в спину. Четвертый круг пошел уже, да? Да. Нормально, еще два круга есть. Контакт. Вражеская техника. Ну, огонь. Огонь. Жеке прилетело нормально так. Ой, в спину. Есть минус один. Есть? Хорош. Хорошо, дымы. Надо здесь дымами пользоваться, конечно, почаще. Ой, ВБЛ-ку занесло, и из-за этого он просто выгреб сразу пачку. Все, уехал. Так. Мистер Ковши готов. Все готовы. Финальный раунд. Давайте, ну, опять же, сделаем топ-3. Топ-3 красавчика пока, но в будущем, я думаю, можно будет эту самую тройку награждать какими-нибудь кодами. И если опять же, да, тема пойдет, то можно будет делать какие-то глобальные более лиги там, то есть там попал в топ-3 или там в топ-5, например, из финалочки, получаешь какие-то очки там в таблицу, например, для того, чтобы... Ну, единственное, тут вопрос, там один человек там один раз сможет прийти в субботу, другой раз не сможет, вот как еще с этим быть? Ну ладно, это все моменты, нюансы, поехали. 3, 2, 1. Старт! Да, поехали! Мясо. Да прибудет с вами удача. Ой, что-то там жестко ты уже кого-то наказал. Все в сторону. Ать! Проскочил. Ой, не проскочил. Ну, выжил. Здрасте. Все. Хорош. Саня как НКВДшник сзади едет, еще в спину им стреляет. Да. Сейчас. Ой, вот они. Оп, проскочили. Ой, я чуть-чуть раньше, я думал, я раньше приеду. Оп, а вот и Пайндед первый. Ой, Пайндед, Рейкет. Почти на все хп. Влетел. Я перед зарядки. Гасим свет. И поехали. От. Минус. Третий круг. Минус ВБЛ-ка. Пошел. Фейк такси, механик от бога. И кто там дальше? Тимную 43. Третий круг пошли, да? Да. Блин, успеть бы. А я сзади. Ать, не успел. А остальные? А где остальные? Оо, ребята! Есть контакт! Как же красиво вы были! А, минус один.
Так, у меня как раз два дыма. Первый дым пошел. Второй дым пошел. Ач, не попал. Причем на ВБЛке, да? Механик от бога. Хорош. Да, он на ВБЛке. У нас тут только три ВБЛки осталось, и один Ройкэт. Нет, нет, не угадал, куда он поедет. ВБЛочка. Проедешь, не проедешь? Оп, угадал. Ой, хорош. Не, ну тут не докопаешься. Ну четко, четко, четко проскочил. Механик от бога первое место, Deadly Bullet второе, и Team 043 третье место. Красавчики, ребят, поздравляю вас с победой. Ну, тестовый, в этом тестовом режиме, да, никаких наград нету, но я надеюсь, они вам и не нужны, да, было весело. Вам было точно весело. Вижу противника. Так. Финалочка. В общем, я надеюсь, вам эта вся тема понравилась. Если хотите продолжение, то потом, когда стрим этот закончится, в комментариях отпишите свои пожелания. То есть, смотрите, ребят, в течение ночи, как минимум, этот стрим будет загружаться на YouTube, там все дела. Вот когда появится завтра на канале, в комментариях отпишитесь, пожалуйста, как вам такая тема, что бы вы исправили, добавили. И, ну, в принципе, какие-то пожелания и так далее, да, все, отписывайтесь. Если вам эта тема нравится, да, я сделаю отдельно еще, наверное, все-таки тему ВКонтакте и отдельно тему... Ну, в Дискорде неудобно. Не, наверное, ВКонтакте только. Хотя, может быть, в Дискорде. Но ВКонтакте точно сделаю отдельную тему, в которой как раз тоже потом подписывайтесь, как вам эта тема, что бы добавили, что бы изменили. Вот. И т.д. и т.п.